Дима, фак. Привет. Наконец ты пришел. И стараемся, что. Ну, я это, не бухаю, все, как ты сказал. Правильное питание. Там, ну, дома там немножечко ходишь, там, типа гуляешь, короче, нормально много. Но еще я у доктора был. Но это чуть позже я тебе расскажу, пойдем взвешиваться. Я уже сам просто дома взвешивался. Я знаю свой вес, поэтому я так... У нас, кстати говоря, Эмин умеет по взгляду определять, врет человек или нет. Слушай, я боюсь на него смотреть. Можно определить, врет он или не врет? Скажи, пожалуйста, пьешь ты или нет? Я не пью. Ладно, я на весы пошел. Но по его голосам, конечно, сложно определить. И чё? Да ладно. 115,4, ё-моё. Подожди, подожди. Выдохни. Выпукни. 115,25. Это значит? Это значит, что я похудел уже более чем на 30 килограмм. Слушай, Лёх, ну так совпало, сегодня Эмин в зале, и он свободен. Эмин, ты же свободен? Ну, ты же развелся иногда. Да. Шутка. Сегодня тебя потренирует чемпион мира. Ты готов к этому? То есть настоящий чемпион мира. Настоящий. По штанге, да? Ну да, как обычно, на разминку он дает. Так, стопы, ребят, стопы. На самом деле, я это, ну не то, что я его испугался тренировки, я бы исключительно не вас. Я реально испугался. Но я был у дяденьки доктора. Вытрите за них. Вот, я был у дяденьки доктора, собственно, и он мне сказал. Ну что я вам посоветую? Исходя из сегодняшнего состояния, конечно, рекомендовал бы подзавязать с нагрузками в зале, диета и плавательные нагрузки. То есть будем тренировать сердечную мышцу. Ну, то есть, в принципе, все это вот из-за сердца, вот из-за этого обследования, все это, грубо говоря, вытекающее. Пока что в глазах и так далее, да? Тем более жарко. Угу. Понял, и как долго мне все это? Будем следить за состоянием. Как только будет можно, вернем в зал. Понял. Ну ладно, спасибо. Удачи. Он мне сказал, что заниматься нельзя. Мне можно плавать, мне можно пить, курить и шляться. Ну плавать так плавать. Иди переодевайся, короче. Что это? Это твой волшебный купальный костюм. Что это? У меня сейчас треснет все. Его сейчас разорвется сердце, понимаете? Не, ну как бы минус 30 с чем-то пошли на пользу. Конечно. Смотри, по-моему, девчонки оборачиваются. Вот так ты реагируешь, да? Так, они реально же. А вон там. Снимай людей реакцию, мужчины. Более стыдно мне кажется, никогда в жизни не было. Давай-ка, Илюх, наверное, на горочку и да побольше, да пошире. Я не пойду туда. Тебе просто лишь бы поиздеваться. Я в такое не вписывался. Итак, Илья, как тебя по отчеству? Владимирович. Илюш Владимирович. Мало того, нарядил меня, как не пойми кого. Ну давай, Илюх, чтобы все по-честному, утка озера. Давай с прохода, знаете, лучше уйдем отсюда, подальше далеко. Значит, ныряешь. Согласен? Это зеленая самая быстрая. Нет. Такой богатый. Ну что? Раз, два, три. Поймал. Пошли. А можно вас спросить? Да. Какой ваш канал называется? А? Какой ваш канал? Канал Яманал. Бомбер-шоу называется. Но вы не смотрите его. Он для этого там мат. Хорошо. Я на вас подписываю. Значит, ты его и толкнешь. Ну как, ты готов, Илюх? Там медленно. Он сыт. Самое классное. Давайте все уговорим бомбера нырять. Ребят, давайте. Илюха, давай, давай! Я людей там зашибу. Нет, мы сейчас всех разгоним. Дорогие зрители. Канал кому передаешь? Я вас очень люблю. И ради вас я делаю этот какой-то ад. Я не хочу, но они налегают на меня. Кстати, на горке написано не больше 130 килограмм, но Илюха же похудел. Да ты не боись, там нет ничего страшного. Серьезно. Давайте вот, подожди, не едь, не едь, не едь. Вау!
я утону, я больше не пойду в эту воду. С твоей камерой я ненавижу тебя. Я ухожу. Я закрываю шоу. Я закрываю канал. До свидания, мои подписчики. Больше не будет никаких выпусков. Охудевшего. Офигевшего. У меня сердце останавливается. Скорую. В общем, друзья, еще хочется отдельно, это рекламка пошла, но потом еще будет чуть-чуть интересного. В общем, хочется сказать спасибо за этот сезон, за охудение мое, а, собственно, Spice, а, собственно, батончики Бомбар, фирма Здоровит, Спорттаун, ну и, собственно, Максиму Пархоменко, у которого, кстати, есть неплохой канал. Да на самом деле говно твой канал, там 19 подписчиков. Да пошел ты нафиг, блин. Этот дебил там людей мучает. Если вам интересно, подписывайтесь тоже, смотрите на этого урода. Я сейчас тебя вывезу, скину.